Китай выразил протест США по поводу открытия нового здания тайбэйского отделения Американского института на Тайване. В канцелярии Госсовета КНР по делам острова призвали Вашингтон соблюдать принцип одного Китая и избегать шагов, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям. Мы решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем. Вашингтон должен искренне соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике во избежание ущерба двусторонним отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Новый офис Американского института на Тайване открыли во вторник в Тайбэе в присутствии чиновников из США, в том числе помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры Мари Ройс. Китай рассматривает это как вмешательство во внутренние дела страны. В МИД КНР настаивает на строгом соблюдении Вашингтоном своих обязательств по тайваньскому вопросу. Отправка американской стороны официальных лиц на Тайвань под любым предлогом – серьезное нарушение принципа одного Китая, трех совместных китайско-американских коммюнике, а также вмешательство во внутренние дела КНР. Эти действия оказывают негативное влияние на отношения между двумя странами.